Смотрите в пятницу 18:15 программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самарагис». Вы увидите, двум собакам и одной кошке очень нужны свои хозяева. Мы ищем им новый дом. Они хотят уйти из приюта. Переезд в другой город и страну не причины избавляться от собаки. Самый преданный хозяин и его пес по кличке Бим всегда с ним. И гость в студии Елена Борисенко, руководитель общественной организации приюта «Хати». Говорим о весенних законах, эвтаназии и агрессивные собаки. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самарагис» в пятницу в 18:15.